4 ноября на Театральной площади было многолюдно. Выступление творческих коллективов, поздравления и награды лучшим. Так в Курске отметили День народного единства. Кульминацией праздника стало исполнение главной песни страны хором. Гимн России спели сотни человек, не помешал им и проливной дождь. Собравшиеся делились друг с другом хорошим настроением и секретами о том, как сделать страну сильной. Так от наших семей это и зависит. Если семьи будут едины, соответственно, и будет дружное государство. Подарки от главы администрации города Курска ими наградили многодетные семьи, специалистов предприятий и активистов общественных организаций.